кончится приключение. Смотрите, космолет! Наконец-то мы отправляемся в космос! В начале своего творческого пути Антон Кузённый снимал видео на планшет, а монтировал при помощи специального приложения. Теперь юный мультипликатор может создавать мультфильмы на профессиональном уровне. На средства президентского гранта организаторы проекта «Мультиистории народов России» закупили планшет, фотоаппарат и расходные материалы. Героев мультфильма ребята создают из пластилина, после чего снимают истории на видео. Для меня очень сложно создавать всякие там детали. Ну, к примеру, глаза или нос. Хотя глаза, мне кажется, труднее делать. Поэтому детям помогают профессиональные мультипликаторы. От написания сценария до монтажа и озвучки. Видеоработы объединены одной тематикой – история России и народов, проживающих в Самарском регионе. К примеру, дошкольники в основу одного из мультфильмов взяли башкирскую сказку «Сарбай» о смелом псе, спасшем ребенка от волка. В старшей группе темы сложнее. Эта группа у меня занимается татарами. Получается, мы решили не экранизовать сказку, а сделать именно праздник, их национальный праздник, который называется Сабантуй. Собственно, мультик у нас как раз будет называться «Бандыр Сабантуй». То есть это умелец, это крепкий парень, который всех победил. Самарская область стала абсолютным рекордсменом конкурса фонда президентских грантов. 35 проектов, представленные некоммерческими общественными организациями региона, признаны победителями. В Октябрьском районе занятия мультипликации проходят при поддержке ТОС номер 8. Проект небольшой, пробный, желающих очень много. И интересно многим ребятам и родителям. Поэтому будем продолжать движение, будем просить, чтобы нас включили в последующие долгосрочные проекты. Будем выигрывать. Общая сумма президентских грантов, направленная на поддержку проектов-победителей, составила почти 70 миллионов рублей. 500 тысяч получило объединение на базе ТОС номер 8. Прием заявок на новый конкурс идет уже сейчас. В студии мультипликации Октябрьского района снова претендуют на победу, чтобы у ребят и дальше была возможность заниматься любимым делом. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.